настоящее время идет подготовка к реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды на территории города Балаково на 2018 год. Чтобы определить, какая территория будет благоустроена в 2018 году, в настоящее время продолжается сбор предложений от жителей. Свои предложения жители могут направить в специальные урны, которые обозначены тематическим логотипом, установленные в торговых центрах города «Гринхаус», «Оранж», «Старград». Также предложения можно оставить в отделе архитектуры администрации, либо в отделе по обращению с гражданами администрации Балаковского района. Пользователь современных средств коммуникации свои заявки можно передать через интернет-приемную сайта администрации Балаковского района. Мимо шел. Да, увидел, решил проголосовать. Вот второй раз уже пришел. Конечно, агитирует. Если бы только был бы эффект потом. Я написала просьбу для благоустройства сквера у кинотеатра России, поскольку сама живу недалеко. Я считаю, что там можно поставить лавочки, посадить деревья, и тогда прогулки будут намного приятнее. Заявки принимаются до 9 февраля 2018 года, после чего 12 февраля будут рассмотрены на комиссии, которая примет решение о количестве территорий, вынесенных на дальнейшее голосование. О результатах работы жители будут проинформированы дополнительно. Я предлагаю всем жителям города Балаково прийти оставить свои пожелания об благоустройстве города Балаково.